Юрыдычная контора савецкага района Гомеля свои дзверы адчыніла ў 8 гадзін раніцы, а яшчэ праз 15 хвілін сюды прыйшоў першы наведвальнік. У 2015-м жанчына не адпрацавала прадугледжаны дэкрэтам абавязковыя 183 дні, але на тое былі важкія прычыны. Адвакат не проста правёў кансультацыю, але і дапамог скласці заяву, створаную пры выканаўчым камітэце рабочую групу. Пісалі ў Гомельскі райисполком у сувязі з тым, што труднае было палажэнне ў ней. Так как с мая по сентябрь она не работала, имелся земельный участок. И где-то с конца сентября по ноябрь работала в колхозе по договору, но потом была уволена в связи опять с сокращением. Поэтому и обращается, так как не уклонялась, работала. У юрыдычных канторах адзначаюць, вельмі значнай колькасці наведвальнікаў, якім неабходна кансультацыя па ўплаце збору на фінансаванне дзяржаўных расходаў, не было. Не ў апошнюю чаргу гэта следства работы, праводзімыя падатковымі органамі і выканаўчымі камітэтамі. Згодна з апошнімі дадзенымі, у нашым рэгіёне яны вызвалілі ад уплату збору больш як 21600 чалавек. Бадай найбольш праблемная група – грамадзяне, якія працяглы час знаходзіліся за межамі Беларусі. У прынцыпе, яны могуць прадставіць любы дакумент, які сведчыць аб іх пражыванні ці працаўладкаванні. Іншая справа, што не ўсе беларусы заключалі працоўныя дагаворы. В любом случае, даже если они работают неофициально, так или иначе, их наниматель делает какие-то регистрации их временные. Можно просить эти временные регистрации. Можно просить договора подряда, да, от нанимателя российского. Ну и представлять, соответственно, какие-то документы. К сожалению, если документов соответствующих представлено не было, то такому гражданину могут отказать в аннулировании извещения об уплате этого взноса. Организация бесплатного приема адвокатами – это еще одна возможность разобраться с каждым выпадком индивидуально и оказать адресную допомогу. От звычайной консультации до допомоги у подрыхтоўцы заяв для звороту у податковые органы ці выканаўчыя комитеты. У Гомельской областной коллегии адвокатов кажут, что мають намер займаться пытаниями реализации декрета номер 3 и далей. Причем для некоторых категорий громадян эта допомога может быть бесплатной и в наступные дни. Акция преследует целью не только проведение ее как таковой, но и работу с гражданами в этом направлении, то есть выяснить те вопросы, которые являются наиболее востребованными, подготовить с нашей стороны адвокатов, которые глобально изучат вопрос и окажут юридическую помощь в строгом соответствии с законом. Будем работать с каждым гражданином индивидуально в зависимости от его состояния здоровья, материального положения, то есть все эти факты мы тоже будем принимать во внимание. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадо, компания «Гомель».